Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии овощерезка от компании Binaton SM06. Давайте откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Мощность овощерезки составляет 150 Вт. Количество скоростей вращения 1. Материал корпуса выполнен из пластика. Имеется 6 насадок. Разноцветные насадки выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Зеленая для нарезки тонкими ломтиками, синяя для нарезки толстыми ломтиками, розовая для крупной терки, фиолетовая для мелкой терки, желтая терка для дранников. Оранжевая для картофеля фри. Овощерезка имеет широкое отверстие для загрузки ингредиентов. Подписывайтесь на наш канал, а также на наши официальные страницы. Ставьте лайки и, конечно же, обходитесь без лишних трат. До новых встреч!